Проблема рационального использования самых разных ресурсов, переработки отходов, создания продукции на основе вторичных материалов все чаще встает перед людьми, особенно жителями крупных городов. Многие замечали, что с наступлением весеннего сезона на многих контейнерных площадках начинают появляться старые автомобильные шины. В течение ближайшего месяца число жалоб на такой вид мусора вырастет в разы, поскольку придет время менять зимние колеса на летнюю резину. Оставлять автошины возле домов нельзя. Они требуют специальной утилизации. Подробности в следующем сюжете. Подобные стихийные свалки отработанных шин часто встречаются на контейнерных площадках Твери. Шины относятся к четвертому классу опасности и входят в группу, которую не принимают на полигонах для твердых коммунальных отходов. Именно поэтому им необходима специальная утилизация. Для утилизации таких опасных отходов, как шины, установлено на территории региона несколько сеток. Одна из таких установлена на производственной базе регионального оператора. Туда любой желающий может привезти шины, сдать их. А мы уже в рамках сотрудничества с Дмитровским заводом резинотехнических изделий их утилизируем, они забирают и перерабатывают их. Утилизированная шина становится вторичным сырьем, которое может быть использовано на химпредприятиях, а также при изготовлении мягкого покрытия для игровых площадок. Но просто выбросить их на помойку нельзя. Такие нарушения со стороны автовладельцев регулярно фиксируют сотрудники районных администраций, которые проводят мониторинги территорий. Администрация города Твери напоминает об административной ответственности для лиц, складирующих покрышки в неотведенных для этого мест. Шины необходимо утилизировать и отработанные покрышки передавать специализированной организации. В настоящее время большая сетка для сбора отработанных автошин расположена на базе ООО «ЦАХ» по адресу Волынская, 65. Также сотрудниками районных администраций прорабатывается вопрос об установке дополнительных пунктов в Твери по бесплатному приему автошин и покрышек.